My motherland is Papua New Guinea. Моя родина – это Папуа-Новая Гвинея. I am born here and Я тут родился, вырос, так же, как и все жители Горенду. Мы не приехали сюда откуда-то. Мы здесь родились и живем здесь. Фонд имени Миклуха Маклая представляет документальный фильм «Асель Туй. Потомок Туя». Практически полтора столетия назад на северо-восточном побережье Новой Гвинеи встретились не просто два человека. Это была встреча двух эпох, двух миров – европейской цивилизации и людей каменного века. Встреча русского ученого Николая Николаевича Миклуха Маклая и папуаса Туя, местного жителя, ставшего для него другом и проводником в этот мир каменного века. В новом, 21-м столетии Миклуха Маклай вновь приехал к Тую. Потомок к потомку. Каждый из них носит не только имя своего предка. Сохранилось главное – интерес друг к другу, желание общаться и дружить. Обсуждать настоящее и будущее, вспоминать прошлое. But when Tui looked at Maklai, he thought... Когда Туй увидел Маклая, то подумал, что это должно быть призрак. Может, мне следует пустить в него копье? Но нет, он ведь такой же человек, как я. У него есть нос, глаза и уши. Должно быть, он просто прибыл к нам издалека. Поэтому он решил, что не станет убивать его, а наоборот, постарается подружиться с ним. Главный среди потомков Туя, Асель Туй, живет недалеко от мыса Гарагаси. Из поколения в поколение он и его семья хранят истории той дружбы – папуаса с белым человеком, словно с Луны, спустившимся на этот далекий остров. Может, потому что он выглядел так, как будто только что спустился с Луны на Землю, поэтому и назвал Карам-Тамо. Община Горенду существовала уже в то время, когда нас впервые посетил Маклай. Она до сих пор есть, и практически ничего не изменилось. Сейчас в семье Туя насчитывается около 50 человек, и практически все они проживают в Горенду. Младший брат Аселя Туя, Ябой Туй, также передает молодому поколению историю деревни и их клана. Туй clan. We just came as a tribe. There are four tribes here in Bongo. Клан Туя берет свое начало, еще будучи одним из четырех племен Бонгу – Гумбу, Горенду, Бонгу, Илек. Эти четыре клана – основные в деревне Бонгу. У клана свой собственный язык, но со временем он вобрал в себя заимствование из языков этих четырех племен. Первую в новейшей истории России экспедицию в Папуа-Новую Гвинею потомок и тезка русского ученого Николая Миклуха Маклая организовал в 2017 году. Еще тогда он познакомился с Аселем Туем, старейшиной и главой рода. Асель, спасибо, что пригласили нас в свою деревню. И я очень благодарен, что вы готовы нам все показать. Сейчас мы находимся в деревне Горенду. Мы пройдемся с Маклаем, и я все ему покажу.
Идет дождь, но ничего. This is a house Manbodyo. Это дом Манбодю. Жители деревни собираются здесь, разводят огонь, жуют бетель, обсуждают вопросы деревни Гаренду. Во время празднований мы разводим костер и готовим свинью, помимо всего прочего. Этот дом построен определенным образом. Как вы видите, крыша более плоская и расположена низко. Это все для того, чтобы при сильном ветре ее не сорвало. Вот моя кровать. Я здесь сплю. Мои книги и различные вещи. Это кровать моей жены. Она спит здесь. Дом Асиле Туя особо не отличается от других жилых построек. Те же подпорки. А от дождя и ветра защищают плотно переплетенные стебли бамбука. Асель признается, что мечтает однажды построить жилье получше. Маклай, вот моя курица. Она высиживает яйца сейчас, а мне приходится ее охранять, так как если я не буду этого делать, их утащит змея, поэтому приходится следить. Эти постройки очень напоминают некоторые рисунки Николая Миклуха Маклая. Достаточно лишь взгляда, чтобы понять, что в Гаренду до сих пор придерживаются традиционного жизненного уклада. Точно такие же хижины можно увидеть и в соседних деревнях. Ученый и путешественник назвал эту территорию берегом Маклая, по праву первого европейца, который поселился здесь и исследовал этот берег. Асиль Туй основал деревню и тоже дал ей имя русского ученого. Я выбрал это место для деревни Маклая, потому что мои родители наказали мне перебраться сюда и присматривать за монументом. Еще в 1970 году на мысе Гарагаси, месте, где высадился 20 сентября 1871 года Николай Миклуха Маклай, советские моряки установили памятный монумент. В то время, когда я еще преподавал в школе, экспедиция из России прибыла к нам, а потом еще одна. Это вот там, в Гарагаси. Так я решил, что кто-то должен присматривать за этим местом. Иначе рано или поздно все зарастет. Поэтому я здесь, мне это интересно. Еще в школе я читал о нем и решил, что я должен держать это место в порядке. Так однажды моя мечта сбудется, и русские прибудут сюда. Берег Маклая. Как писал в своих знаменитых дневниках великий путешественник, здесь царит всегда мне приятная тишина. Не слыхать почти людского говора, спора, брани. Только море, ветер и порой какая-нибудь птица нарушают общее спокойствие. Асиль Туй уже не преподает ученикам, но как старейшина заботится об образовании молодого поколения. В деревне Маклая он открыл начальную школу, дав и ей имя русского путешественника и этнографа. Yeah, this has been built
Это основное помещение школы. А это доска, на которой учитель что-то записывает. Дети сидят прямо здесь, на полу. Нет ни скамеек, ни парт. Вот на таких табличках они пишут мелом. 30 учеников в этом помещении и 30 в помещении с другой стороны. На северо-восточном побережье Папуа-Новой Гвинеи неспроста звучит слово «Россия». Местные школьники приветствуют страну, откуда к ним когда-то приехал друг Маклай. И сейчас вот русские гости. Научная экспедиция во главе с потомком Миклуха Маклая. От ученых не ускользает, пусть и минимальное, но все же влияние цивилизации. Мобильные телефоны, гитары. При Маклае-старшем струнных инструментов здесь не было. Ну и куда теперь без английского? Английский в здешних школах – основной язык. При этом Папуа-Новая Гвинея – самая многоязычная страна Земли, где зафиксировано более 800 местных языков и диалектов. На каком же вести обучение? Местный язык используется дома и между собой в неофициальных таких обстановках. В школе сейчас стали преподавать на английском языке, потому что английский язык – это язык образования в Папуа-Нью-Гвинее. И все университеты, колледжи преподают только на английском языке. Юные новогвинейцы постепенно привыкают и к русскому. Учат новые слова. Тем более, что Маклай, топор, кукуруза здесь помнят уже 150 лет. Мы только лишь узнаем о России в школе. Сейчас я мечтаю отправиться в Россию, но я старею. Если мои дети смогут там побывать, то я буду гордиться. Какая она, Россия? Или деревня Маклая, так называл ее Туй полтора века назад. Как и его предок, когда-то Асель Туй тоже хотел бы открыть эту неведомую для себя страну. Такие вещи, как архитектура, посмотреть, на чем и в каких условиях вы спите, так как у вас нет таких проблем с комарами, как у нас. У вас хотя бы москитные сетки есть. Все эти мелочи интересны. Асель рассказывает, малярия в их краях – вполне обыденное заболевание. В борьбе с ним главное – профилактика и своевременное лечение. Малярия до сих пор распространена в Папуа-Новой Гвинее. Мы уже привыкли к ней и не особо боимся. С самого рождения ребенку дают таблетки или делают инъекции, которые предотвратят заболевание малярией в последующие годы. В Гаренду нет своей больницы. Если заболевание не опасно для жизни, в Маданг новогвинейцы лишний раз не ездят. Пьют лекарства или, как в старину, лечатся травами. Роды тоже принимают здесь же. У нас этим вопросом занимаются пожилые женщины, матери, которые рожали.
Мужчин не подпускают к этому процессу. Это женское дело, так как они имеют непосредственный опыт в этом вопросе. Вот они и помогают молодым будущим матерям во время родов. Когда Асель Туй был ребенком, он боялся выходить в полночь. Иногда его пугали звуки ночных птиц. Признается, что и до сих пор страшно. С демонами проще. Асель Туй принял христианскую веру, ходит в церковь, читает Библию. Говорит, это его оберег. What I believe on the Buddha. Во что верю я? Моя вера — христианство. And then, because... Потому что с самого начала, когда я еще ходил в школу, my father... мой отец мне сказал, что я должен остаться в деревне и перенять все, что было у него. Но я ответил, что не могу остаться с ним, и оставил его, отправившись в школу. I have to leave you. And I will go to school. Before church, I believe my culture. До появления церкви я поклонялся нашей культуре. Другие жители до сих пор поклоняются культуре. Initiation system program and singing. Под культурой я имею в виду проведение церемоний, инициаций, танцев синг-синг с барабанами кунду. Они поклоняются всему этому и верят, что, принимая в этом участие, получают что-то свыше от божеств. Асель Туй показывает священное для папуасов место – мужской дом. В декабре юноши проходят здесь процесс инициации, посвящения в мужчины. Для того, чтобы стать мужчиной, мне пришлось пройти процесс инициации. Так я познал, что значит быть мужчиной. Научился рыбачить, охотиться. Все эти знания я получил во время инициации. Поэтому каждый мальчик должен пройти этот процесс. Сейчас мы находимся в том месте, куда приходить женщинам запрещено. Секреты ритуалов Асель не раскрывает. Даже через столетия, в бурном 21 веке, на этой земле древний процесс посвящения в мужчины остается таинством. На берегу Маклая жители обычно не справляют день рождения. Но момент, когда юноша возвращается домой после прохождения обряда инициации, становится для всех настоящим праздником. Танцами в национальных костюмах новогвинейцы встречают и дорогого гостя – Николая Миклуха Маклая-младшего. В их традиционных украшениях и нарядах все натуральное – клыки животных, морские раковины, перья. Сухие цветы и плоды местных деревьев. За прошедшие века в этих деревнях привыкли все делать вместе и радоваться, и переживать утраты. Когда кто-то умирает, мы должны прийти, сесть и разделить с его семьей их горе. Ночью мы сидим все вместе, плачем, стонем до наступления следующего дня. На следующий день покойного кладут в гроб и хоронят. После похорон мы горюем еще пару дней, устраиваем застолье, а после расходимся. Асель Туй – заботливый муж и отец. А много лет назад юная девушка Ану Касек первой обратила внимание на Аселя.
since it began when I started to come and teach. She was also a student. Все началось с того, что я начал преподавать. Она училась в той же школе, в которой я преподавал. То есть я был учителем, а она ученицей. Она увидела меня и захотела стать моей женой. Она написала письмо и передала его мне. Я даже не ожидал такого. Я обратился к вождю, имею ли я право так поступить. Он выразил одобрение, и тогда я женился на ней. Мы до сих пор любим друг друга, и мы счастливы. А все это потому, что мы не ссоримся и не деремся. У нас все хорошо. К тому же мы учим наших детей, чтобы, когда они поженятся, брали с нас пример. Мы сейчас идем смотреть свинью. Это свинья, которая прямо вот тут, вот при усадебном хозяйстве. Не та, на которую ходят охотиться. Это свинья Оселя, yes? Сколько всего свиней в деревне? Только одна свинья в деревне. Это деревня Гаренду, и в основном, то есть именно эта часть, это деревня даже Маклая назвали. Вот сейчас жена Оселя нам показывает свинью. Как ее зовут? Вальпатун. Вальпатун? Да. У нас прекрасная свинья Вальпатун. Вальпатун, 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 Вальпатун. Большинство жителей берега Маклая заняты сельским хозяйством. Во время экспедиции ученые убедились, почти весь рацион новогвинейцев сохраняется на протяжении столетий. Наиболее важным растением, корнеплодом, является ямс. Здесь его выращивают с давних времен. Кроме этого, здесь на огородах выращивают тара, бананы, батат и некоторые другие растения. Но вот именно ямс, тара и батат – это основа их питания. Люди занимаются сейчас преимущественно сельским хозяйством. Работают в огороде, строят дома из деревьев. Возможно, именно это тот самый образ жизни, который хотел видеть Маклай-старший. Асель Туй беспокоится об одном. Молодежь все чаще стремится уехать в город. Есть много ребят, которые покинули деревню Бонгу. Уехали в города учиться. Получили образование, но так и не вернулись больше назад. Таким образом, в деревне не остается никого, кто бы развивал нашу общину. Асель Туй не пытается закрыться от цивилизации. Он лишь хочет сберечь традиции своего самобытного народа. Много ли нужно для счастья? Что делает меня счастливым? Вот если вы скромны, ваша скромность делает меня счастливым. Если вы несете в себе доброту, я буду счастлив. Русский ученый и путешественник не раз возвращался сюда, на берег Маклая. Оказавшись здесь, понимаешь, почему. Это загадочная, манящая земля, где время идет каким-то своим особым ходом. И хоть уже и пора, но так не хочется возвращаться в ритм цивилизации. Спасибо. Спасибо. Надо по-русски спасибо. По-русски спасибо. По-русски спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Кай. Спасибо. 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 Отправляйся с миром. И пусть ничего не случится с тобой ни в Маданге, ни в Порт-Морсби.
ни во время перелетов, ни по дороге домой. Для русского ученого Николая Миклуха-Маклая, как и для Туя, этот берег стал берегом жизни. Одна за другой сюда накатывают волны, словно символизируя движение времени и изменчивость, но при этом сохраняя саму суть.